Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». И у нас с вами ивент. Системная перегрузка. Вызови на бой сумасшедшего ученого, победи его создание и забери их себе. Поэтому мы приступаем к прохождению. Так, ну что, один бой я уже сделал, поэтому погнали на следующий. Так, ну что, как мы знаем, босса у нас всегда первого уровня. Ну, в принципе, и помощники у него тоже первого уровня, поэтому для нас никаких трудностей не будет их разобрать. И, возможно, мы сейчас будем с тобой проиграем вот эти три боя, потом будем делать все это за гемы. Так, ну что, загрузочка идет, все хорошо. Так, тут у нас роботы, здесь у нас ассасинка есть. Ну, куда ты бежишь, охламон? Скажи-ка мне на милость. Ну, ой, я думал, что мы с удара его сможем заколоть. Так, медвежонок тут идет. Мы сделаем с тобой вот так и, пожалуй, сделаем яд. О, как шикарненько. Так, медведь упал. Как тебя звать-то хоть? Робопопканик. Вот так вот его величать. Он, видишь, в такой вот механической машине находится и начинает вызывать всякие создания против нас. Ну, по-моему, ему уже крышка сейчас будет. Так, буквально пару ударов. Все. Ну что же, отлично, отлично. Начинаем. Я думаю, что мы также и закончим. Единственное, что хватит ли у нас с тобой монет и гемов на все это дело. Так, друид алкоголик снова выпадает. Плюс сладкий Дэнни. Обезьянья кислота. И вахтерша Мона. Ну что же, двигаемся дальше. Вот что мне здесь нравится, что нам будет выпадать здесь много карт разных. С помощью, в принципе, этих ивентов мы и прокачиваемся. Так, ну что, двигаемся дальше. Кстати, здесь первая победа, да, нам 20% принесет. 2500 голды. Ну, денег у нас пока вроде бы хватает. Но мы все прекрасно знаем, что они быстро заканчиваются. Потому что прокачка стоит очень дорого. Особенно, когда очень высокие уровни качаешь. Так что лишними они уже никогда точно не будут. Единственное, что можно тут поэкспериментировать с какими-нибудь новыми колодами. Так, Гринч, падай. Отлично. Давай-ка вызовем, наверное, нашего деда цветочного. Вот мне бы хотелось, чтобы в этом ивенте мне достался цветочный дед. Прокачать его до 6 уровня. Вот такое у меня есть желание. Ну что, робопопка Ник, по-моему, тебе кирдык. Да? Посмотри, больно же орет. Конечно, больно. Все. Очередная наша победа. Больше всего, конечно же, получать награды я обожаю. Так, 52 монеты, 3 кристалла. Потом у нас выпадает Бумзи. Кристалл. Прикосновение страдания. Ага, Сигурда и Фафни. И Скелли. Окей, поехали дальше. Так, следующий поединок. И это у нас будет с тобой 10% как выполнено. В бой. Ну давай, давай, давай. Этот медведь замороженный, в принципе, ребят, я не знаю, в чем у него приколюха. Но мне кажется, что это самая ватная легендарная карта. Возможно, есть еще ватней. Но в данный момент мне почему-то именно так кажется. Идет, сопли замороженные. Толку никакого. Так, слушай, но он очень быстро завалил мне деда цветочного. Как это у него так получилось? Интересно. Ты смотри, что делает. Вылил кислоту. Но Гринч постарался и оживил двух дедулек у нас. Так, давай Амурчик вызываем. Он уже просит на помощь врача, но это ему не поможет. Никаких врачей здесь не будет тебе. Все. Ну что, следующие поединки, видимо, мы придется тратить гемы. Так, 57 плюс 5 кристаллов. Домохозяйка Анжела. Выпадает нам рыжая Джина. Опа, кексик. Это мы, насколько помним, Мина, кексик и, блин, Брок, любовник. Ну что, 10% у нас есть. И вот теперь, друзья мои, мы можем сделать, короче, так. 3 поединка восстановить себе за 100 гемов. Ну согласись, это нерационально.
Нам проще с тобой сыграть 4 поединка, потратить 40 кристаллов и получить наши законные деньги. Вот так мы с тобой и поступим. Так, 54 монеты, 3 кристалла. Солдат Аркинсон. Какой нафиг солдат, ребята, а? Дедуля этот. Электропупка и волосатый Андре. Так, железная Музи. Так себе награда. Ну что, давай дальше, пропускаем. 49 монет, 5 кристаллов. Здесь нам выпадает Бумзи. Сторожевой Галас. Лечение. Так. Обезьянья кислота. И сердитая Рози. Уже будет получше. Так, пропускаем опять. Монеты. Ну, это понятно все. Так, Янси. Ничтожный Джоу. Сладкий Дэнни. Глупый Рок. Торговец с душами Дупи. Это не очень хорошая карта, конечно. Так, ну что, ребята, еще разок, да? Ну, уже видишь, 20 гемов. 20 кристаллов уже требует. Давай. Один кристалл дают. Розалинда. Так, Бальбоа. Странный кувшин. Андре и Брок-любовник опять. Кстати, Брока мы можем с тобой прокачать. Так, давай-ка прикинем теперь. 4 поединка, да? По 20. Это будет 80. А тут 100. Все равно мы, получается, пока выигрыши. Получаем с тобой деньги. 4 поединка на 20. 80, да? 80 кристаллов мы потратим, а так 100 на 3 поединка. Поехали. Так, монеточки. 6 кристаллов. Так, дедуля прокачается. Это хорошо, кстати. Бальбоа. Финфиники. Опять Андре и мирная Эрина. Так, ну вот то, что дедулька пойдет в прокачку, это уже круто. Погнали дальше. Так, монеты. Ну это все понятно. Так, молниеносная буря может прокачаться. Ураган, Ольга Воровка и Скелли. Скелли тоже может прокачаться. Мы продолжаем. Мало дали кристаллов. Так, загадочный Райф. Скоро, кстати, прокачается, да? Бумзи. Электро. Так, шутка-попка. Сердитая Рози. Тоже хорошо. Так, ну что... Дальше, наверное, будет подороже все это стоить, мне кажется. Так, Янси, дымчатая попка, кто тут у нас? Пиратский ром, кислота и Бернадет. Сколько следующий? Так, 20. Мы все равно, опять же, выигрыши, да? И мы с тобой получим 50 карточек вот на этого шутка-робота. Вроде бы так его увеличать. Так, монеты... Блин, всего один кристалл дали. Зажали, гаденыши. Так, грязный Гринч. Гринч, конечно, это хорошо. Надо его как-то, ребят, тоже прокачать. Но для этого нам нужны, естественно, карточки. Без карточек мы ничего сделать не сможем. Так, Ольга Натыкательница и... Понятно, курица. В принципе, вот эта курица тоже неплохая, да? Мы ее тестили. Она бомбит, особенно очень быстро уничтожает бегунов. Опа, опять старичок выпал. Так, ром, лечение и Рози. Так, а вот здесь уже, друзья мои, 40. 40 гемов требует. Ладно, один раз крутим. И потом уже, наверное, придется все-таки покупать соточку. Хотя вначале мы подсчитаем все как следует. Ага, еще курица. Так, давай смотреть. Здесь... А, во-первых, получаем 50 карточек. Отлично. Так, здесь мы получим еще 300 гемов. Но до этого нужно дожить. Смотри, 40 плюс 40. Это 80 еще, 160.
За 4 поединка 160. Здесь у нас получается за 3 поединка соточка. За 3 поединка соточка плюс накидываем 40. 140. То есть в любом случае мы выигрыша, да, получается. Вот так мы с тобой экономим 20 кристаллов. Ну что же, давай сделаем зарядку. Один разочек крутанем. Получается так, да? Кристаллы. Почти ничтожный Джоу. Бандитская Гретта. Финн. Тони. И пасхальный зайчик. Так, и три поединка, получается, мы с тобой проходим за энергию. Так, ну что, здесь ничего сложного нету. Я вижу Гринч, я вижу у него эпическая карта, даже легендарная. Это вот этот вот олень, я так понимаю, Санта-Клауса. Злобный. Блин, я забыл где-то прокачать. Ладно, успеем, да? Смотри-ка, он сразу Гринча вызвал. А если вот так вот... Угу. Все идет по красоте. Сейчас цветочный дед займется ими вплотную. Плюс Гринча позовем в помощь. Давай, давай, закалывай их там всех. Дракон учесал куда-то. Да все, тут уже шансов у него нету. Мы его прижучили к стенке. Вот так вот. Ну что, забираем награды и смотрим. Монеты. Так, кристаллов дали 9 штук, это хорошо. Бурю. Так, побольше тина. Огонь и кричалка банши. Поехали дальше. Еще 2 энергии у нас с тобой есть. Подожди-ка, я что-то не понял. Тут, по-моему, еще 3 поединка все-таки, а не 2, как я думал. Твою налево. По-моему, я просчитался. Так, ладно, сейчас будем с тобой вот этих мутузить. Это у нас... Ага, легендарная карта идет, да? Робот с яблонькой на голове, по-другому не назвать. Давай, давай, иди. Нет, куда ты развернулся? Шел бы, куда шел, а? Нет, вот ему надо было развернуться, а, хламуну. Официант отдуплился. Такой, главное, серьезно задает... Вопрос он мне задает. Серьезно? Нет. Шутя. А мы, кстати, знаешь, как можем здесь ускорить с тобой процесс прохождения? Взять в нашу команду бегуна с топориками. И все. И мы быстренько будем здесь проходить. Кстати, надо так и сделать. Вместо, например, бури. Вместо вот этого торнадо. Ну что, у нас тут монеты. Это понятно. Так, 9 кристаллов. Друид-алкоголикс. Плюс паучья попка. Голова-попка. Почему их называют попкой все? Глупый орок и торговец с душами. Так, я хотел взять бегуна. А нет, все-таки нормально, ребята. Я хотел взять бегуна и заодно прокачать своего старикашку. Так, ну что, старик у нас 13 уровня, да? 14-го. Давай-ка здесь, наверное, прокачаем Сигурду. Так, шикарно. Где у нас тут бегуны эти? А, кстати, друзья мои, первый поединок, когда я сделал, да, в событии, мне выпал вот этот вот кактус. Торни его величать. Что он делает? Ударит 3 случайных противников на поле брани. Ударит, как понять, ударит 3 случайных противников. Ну и вот это мы видели с тобой, кексик. Неприкосновимость. Взорвется при контакте с противником, понятно. То есть его нельзя уничтожить. Ты его поставил и все. Так, давай-ка, наверное, вот здесь прокачаем побольше тина. На 15 уровне он изменится, да, получается? Станет огромным, насколько я помню.
А мы с тобой ищем наших бегунов. Так, подожди, а где они? Секундочку. Бегуны у нас находятся... А, вот они. Ну что, ставим сюда. И, в принципе, можно и вот этого взять. Тоже, кстати, очень быстро бежит. Но вместо кого только пока не пойму. Да ладно, пускай пока одного хватит нам бегуна. За глаза и за уши. Вперед. В бой. Так, волосатый Андре. Плюс это... Как ее звать-то, я уже забыл. Бернадет. Да это и не важно. Погнали. Бежит чувак у нас. Так, опа, с удара. Ничего себе волосатик наяривает. Вот это да. Вот это было жестко. Смотри, какой он мощный, гаденыш. Так, ну-ка, отлично. Давай, беги. Беги как ветер. Вот он и начал колбасить. А, кстати, откуда взялся второй, я думаю? Так потому что его Гринч, друзья мои, он его рисанул. Как раз с половинкой жизни, поэтому он на скорости и побежал. Так, 40 монет, 6 кристаллов. Здесь у нас перволинейный Пузи, Фидо, кислота, ассасинка и пасхальный зайчик. Ну что, придется, наверное, опять покупать нам с тобой. Но это соточку потратим, да? Соточку потратим и с тобой получим 300 кристаллов. Поехали. Так, у нас 36, не хватает, да, буквально одного разика прорулить. Ну, мы получим сейчас эти кристаллы в любом случае. Уж 4 штуки в любом случае мы получим, поэтому потратить сможем, успеем. Так что погнали. Так, у него здесь бегун. Угу. Давай начнем, наверное, так и вот так. Плюс старикашку. И кислота, естественно, ребята, естественно, кислоту. Возможно, опять покажется кому-то, что я очень тихо говорю. Ребят, на дворе 3 часа ночи, поэтому приходится тихо говорить, иначе всех разбужу. Давай-ка, наверное, вызовем мага нашего. Так. Беги, беги, родной. Так, ну что, все? Да выделался робот Ник. Так, меня интересует, сколько мы получим кристаллов. 2 штуки, маловато. Так, наивный Буба выпадает, Фидо, прикосновение, так, шутка-попка и, блин, торговец с душами. Все не то, не нужен мне ни торговец с душами, ни там, ни Элизабет, нам нужны определенные персонажи. Определенные. А именно, желательно, Гринч, садовый дед. Кто у нас там еще? Наш вот этот скоростник-бегун. Остальные мне как бы не особо заходят, не особо они мне нужны. Давай, 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 уничтожай. Опа. Ах ты, малявка, кричит, прикинь, он мне кричит. Ах ты, малявка. Совсем оборзел. А было бы неплохо, если бы Гринч резал не только моих погибших бойцов, да? А вообще погибших бойцов, что с его стороны, что с моей. Вот это был бы вообще прикол. Смотри, что происходит. Вдвоем расколбасили. Шикарно. Так, сколько мы получим? Вот, 2 кристалла. То есть уже 40. Отлично. Показать все. Так, и выпадает нам еще лучница. Угу. Эльфийская, естественно. Так, теперь я делаю вот так. 5 кристаллов. Торни. Пузи. Кексик. Арок и Скелли. Блин. Так, вот как раз у нас одна энергия. Мы с тобой проходим, получаем 300 гемов в бой. Но пройти события не успеем за сегодня. Наверное, придется еще завтра добраходить. Но оно только сегодня началось, поэтому времени у нас с тобой предостаточно. Успеем пройти.
это, горилла. Good boy. Хороший мальчик этот кричит, прикинь. Так, ладно, кислоту. Не успел, да? А кто не успел, тот опоздал. Вот, правильно, пошли вместе бомбить. Че, все, что ли, сдулся? Похоже, да. Он ничего не успел сделать. Все, расколбасили. Так, показать все. Ну что я тебе могу сказать? Фигово, фигово. Ну что, получаем 300 кристаллов. 300 кристаллов. А нужно нам с тобой сделать, ну смотри, 4, 4, 8, 16 поединков. Ну это прилично, поверь мне. Так, ну что, погнали. Так, здесь все окей, да? Вот такую бы, кстати, тоже курицу хотел бы получить. Чем она хороша, ребят? Тем, что она вызывает маленьких цыплят, которые взрываются. Вот это вот круто. Так, давай-ка, наверное, сюда сразу яд выставим. Слушай, вот этот тут громозек очень хорошо так бомбит. Ты посмотри, просто великолепно сносит. Так, отдуплился он? Отдуплился. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да, этот курятник вышел со своими яйцами. Бесевы, кстати. Опачки, какие новости. Так, давай-давай-давай его. Ушатали. Так, Гринч, будь добр, а он уже резает. Все. Малыш начинает бомбить. Ему крышка. Если этот подбежал к герою, да, то считай, катка выиграна. Редко получается вызвать кого-то, чтобы он его атаковал. Так, кристалл достается. Беладонна, защитник Мэнни и бригадир Брок, который тоже мне не нужен. По мне так лучше Брок-любовник, чем бригадир. Что тут у нас? Опять одна легендарна, плюс кричалка, вот эта вот банши кричалка, ее величать, лепрекон, ну и вся остальная шелупень. Познакомься с моим питомцем, кричит, прикинь. Хорошо, давай познакомимся. А с твоим питомцем. Ты его укатился, который. Такс, не надо. Серьезно? Да серьезнее некуда. Лепреком не успел там что сделать. Ну что тебе скажу, по-моему, крышка. Угу. Еще одна замечательная победа. Но опять же тебе повторю, почему мы быстро здесь их выносим? Потому что они маленького уровня. Гога бабуля. Надо как-то тоже ее, наверное, прокачать. Чуть-чуть, да? Кексик, бюджетный Тони и мистер Стоппер. Мистер Стоппер — это обычный забор. Не особо, конечно, силен, но он так может немножко удержать противника. Так, вот хотел бы я вот эти печеньки получить. По-моему, 3 штуки, да? Он вызывает их на коняшках, они там скачут. Так, а этот стоит 10 энергии. Прикинь, вот этот вот зелебоба стоит 10 энергии. Офигеть. Так, подожди, подожди, подожди. Чего мы его не можем переманить? Сейчас начнет дубасить. Давай-ка я так, наверное, сделаю. Вот это было глупо с моей стороны поставить. И отсюда надо было вот здесь вот делать. О, начал своего бомбить. Так, смотри, смотри. Видишь, бежит, сразу же бежит. Потому что Гринч его воскрешает уже с маленьким количеством жизни. И он сразу рвется в бой. Так, монетки, кристаллы. Так, ничего хорошего пока нету. Кексики выпадают всякие, волосатые Андре. И железная Музи. Но у нас энергии нету, придется тратить к
креста. Зачем? Что я сделал сейчас? Ой, дурак. Ё-моё, ребята, вот это надо было так тупануть. Я взял и пропустил один поединок за 100 гемов. Ты представляешь, такую тупость сейчас сделал? Я хотел вот сюда нажать, блин, а по глупости вот сюда тыкнул. Молодец, Рэй, красавчик. Так, конец будет через 2 дня, друзья мои. Ивент закончится через 2 дня. Поэтому сейчас мы с тобой отыграем 3 поединка. Возможно, завтра еще отыграем где-то поединков 6. До работы я, наверное, должен успеть, в принципе, все это сделать. Ну и на следующий день просто закончим, завершим. Так, снеговик, вали отсюда. Все, строение мне испортил. Как же так, а? Вместо 6 боев, ребята, я взял и пропустил поединок за 100 кристаллов. Глупее и быть ничего не могло. Трэш какой-то, а? Давай, давай, беги, 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 родной. Все, начал бомбашить. Больно же, конечно, больно. Так, давай сразу все покажи. Пиратка выпала. Волосатый Андрей, надо будет его тоже прокачать. Парень-то он неплохой, мощный. Так, здесь у него, смотри, уже побольше эпических стало. Уровень, как ты видишь, тоже увеличился. И плюс одна легендарная карта, это Горилла. Ну, я, кстати, вот заметил, что Горилла — это фигня какая-то полная. В чем приколюха у нее, не знаю. Ну, идет просто, и что? Ну, бьет. Очень, кстати, медленная атака, будем честны. Не знаю, фигня какая-то, короче, это Горилла. Ну, давай, опа, видишь, что он делает? Сейчас мы разберемся тут со всеми. Щекотно. Я боюсь, сейчас тебе щекотно не будет, парень. Сейчас тебе будет очень больно. Так, вызываем Гринча. О, смотри, что творится. Шикарно. Неплохо кричит он. Я бы сказал, что очень даже круто. Так, опять нам достается Скелли. Скелетончик. Ну, их 3 штуки. Так, ну что, последний поединок у нас получается. И энергия на этом заканчивается. А так бы мы с тобой еще 3 поединка могли бы сыграть. Вот. Поспешил. Что-то как-то я тупанул. Давай, наверное, вот так сделаем с тобой. И зачем я этот яд? Хотя, нормуль. Горилла. Ну, возможно, если бы она была, например, там, 3-го или 4-го уровня, возможно, от нее был бы какой-то толк. И бомбашила она, будь здоров. Но вот в данный момент вообще ни о чем. Все. Робопопка Ник готов. Ну, а мы с вами получаем награды. Вот это хорошо. Ну что, друзья, пожалуй, будем закругляться. Потому что энергия будет только через 27 минут. И то одна штука. Кристаллов, как ты видишь, у меня нету. Восстановить я не смогу. Основную сюжетку будем проходить, наверное, с тобой уже после ивента. Так, 100 монет заберем. Кстати, пока здесь надо сделать прокачку. Надо сделать прокачку. Так, я не знаю, стоит ли нам этот кактус качать. Но вот Андрей, я думаю, что можно прокачать. Так, Андре. Плюс, кто у нас еще из таких крутых, кем мы пользуемся? Наверное, молнию. Так, какой там 17 уровень молнии. Это пока трогать не будем здесь. Стоит ли нам прокачивать с тобой вот этого? Без понятия. Я, потому что в последнее время танками не особо пользуюсь. Единственный танк, которого я использовал, это был Янси. Но сейчас с появлением, когда у нас появился дед, вот этот Амур, я использую в основном цветочного дедка и Амура. И не беру никаких Янси. Может, вот эту вот бабку? Что-то тоже неохота мне как-то. Неохота вкладываться в простые карты. Хочется эпические, да, или в легендарные.
Так, вот можно скелли, в принципе, прокачать. Опа. Что там у него появляется? 30% шанс, что атака замедлит противника. А вот это хорошо. 30%, кстати, не очень много, но и немало. Можно сказать, четверть. Блин, вот это... Блин, иногда сразу... А, если меньше 30%, но он такой медлительный. Я думаю, что не стоит в него вкладываться. Замедляет противников вокруг героя. После смерти отравит всех противников вблизи. Все, наверное, больше никого мы не будем прокачивать. Я оставлю все как есть. И буду на этом закругляться. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.